это 7000, 500 и 0,4, еще плюс 7. В общем виде это записывается так. А тысяч, Б сотен, С десятков и Д единиц. Смотрите, что такое А, Б, С, Д? Это цифры. Какие бывают цифры в десятичной системе числений? Понятно, какие? От 0 до 9. А сейчас я хочу, чтобы мы с вами научились записывать числа не только в десятичной системе счисления, это вы, в общем, знаете, что, но и в системе счисления по любому основанию. Что для этого нужно сделать? Наверное, составить такую табличку. Наверное, мы сейчас составим такую табличку. Единица. Да, системы счисления бывают двоичные. Замечательно. Троичные. Бывает система счисления по основанию 4. Бывает система счисления по основанию 5, так, по основанию 6, ну и давайте по основанию 10, просто потому что я немножко не рассчитал. Теперь какие числа по основанию 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Мы с вами про двоичную систему уже один раз разговаривали. Поэтому, наверное, двоичной проблем не будет. А вот в другие еще не встречаются. Так, кто не побоится продиктовать сначала двоичное разложение для этих чисел? Кто помнит? Пожалуйста, говорите. Не надо ходить, надо диктовать. Не надо ходить. Я все равно не добьем. Диктуй. Сюда что? Число 1 это записывается 1. Молодец. 2. Число 2 записывается 1, 0. Молодец. Дальше. Число 3 записывается 2 единицы. Тоже правильно. Число 4 записывается 1 единица. Неверно. Ну, записывается 1 единица и 2 ноля. Правильно. Единица с двумя нулями. Дальше. Число 5 записывается 1, 0, потом 1. Очень хорошо. Дальше. Число 6 записывается 1, 1 и 0. Число 7 записывается 3 единицы. Тоже хорошо. Число 8 записывается 1 и 1 и 3 ноля. Тоже хорошо. Число 8. Это уже 8. Число 9 записывается 1, 2 ноля и 1. Хорошо. Дальше. Число 10 записывается 1, 0. 1, 0. Так, еще два слова. Число 11 записывается 1. Нет, 1, 0. 1, 0. Дальше. 1, 1. И, наконец, 12. Число 12 записывается 1, 0. Правильно. 1, 1, 0, 0. Это 8 плюс 4? Да. Так, замечательно. Все, садитесь. Кто нам расскажет про количественную систему? Там цифры бывают 0, 1 и 2.
как в троичной системе записать число 1. Там счет тройками. Вот представьте себе, что у меня будет одна рука, а на этой самой одной руке 3 пальца. А что? Почему 10 пальцев не смешно, а 3 пальца смешно? Бывают такие существа. Повторяю вопрос. Как тогда мы бы считали? 1, 2, 3, 2. Правильно. 3 это 10. Не 10, а 1 и 0. Ну, 1 и 0, да. Дальше. 4 это будет 1 и 1. Правильно. 1 и 2. 1 и 2, дальше. 2, 0. Молодец. 2, 2, 1. Тоже хорошо. 2, 2. Замечательно. 1, 0, 0. Да. 1, 0, 1. 1, 0, 2. 1, 1, 0. Отлично. Господа, переход в следующий разряд – это изменение в 4 раза. Да. 1. 1. 2. 2. 3. Молодец. 1, 0. Правильно. В этом месте произошел переход через это. Дальше. 1, 1. 1, 2. Замечательно. 1, 3. 2, 0. Да. 2, 1. 2, 2. 2, 3. 3, 0. Молодец. А здесь можешь? Здесь могу. 1. Давай. Да. 2. 3. 4. Правильно. 1, 0. 1, 1, 1, 2, 1, 3. Слушайте, а ведь в том, что он диктует, есть какая-то система, правда? Да. 1, 4. Да. 2, 0. 2, 1. 2, 2. Зарочный успех. Значит, ребят, у меня будет двоичная система. Будет система вычисления по основанию 3. У меня будет система отчисления по основанию 4. Извините, единичную я пропущу, восьмеричную возьму. Будет система отчисления по основанию 9. Будет система отчисления по основанию 10. Это привычная вам любимая ваша система счисления. И будет система счисления по основанию 16. Итак, это название системы счисления здесь написано. Теперь давайте напишем числа. Так, здесь мы остановились на числе 12. Давайте буду писать. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. В этот момент я остановлюсь с движением подряд. И дальше напишу несколько чисел по своему выбору. 27, 28, 32. Так, какое число надо побольше написать? 1000. И, например, число 2012. Скоро у нас будет Новый год. Будем праздновать 2012. Господа, а вот сейчас несколько минут тишины. Для того, чтобы вы эту табличку заполнили. Разумеется, мы сегодня ее заполним целиком. Так, сегодня тема, заметили, сегодня поэтическая, да? И очень часто я там вам рассказываю, картинки какие-нибудь. Нет, сегодня все просто. Но это один раз в жизни надо сделать. Значит, работаем, заполняем, лучше карандашом. А потом вместе заполним без ошибок. Чтобы все поняли, как же на самом деле происходит перевод из одной системы в другую.
Я возьму какое-нибудь такое число, скажем, 3, 1, 3, 2, 0, 1, записанное в системе счисления с основанием 5. И объясню, что это такое. Это одна единица, 0 пятерок, 2 раза надо взять 5 на 5, 3 раза надо взять 5 на 5 на 5, 125. Один раз надо взять 5 в четвертой степени, то есть 625. И три раза надо взять 5 в пятой, то есть 3125. Вот это равенство должно вам помочь. Вы должны при помощи вот этой формулы, где, разумеется, вместо пятерки можно взять любое число, как, то есть важно, что вот это 5 в квадрате. Вот это вот 5 в кубе, это 5 в четвертой, а вот это вот 5 в пятой степени. Так вот, вы должны при помощи такой идеи все, собственно, делать. Потихонечку заполнять таблицу. Идея квалификационной системы была известна уже в древнем Египте. Запросто может быть, что она не была известна и раньше, но точно, что в древнем Египте, обозначая единицу одной палочкой, двойку двумя, тройку тремя, четверку обозначали четырьмя палочками, пятерку пятью, шестерку шестью. Семерка это было 7 палочек, восьмерка 8 палочек, девятка 9 палочек, то есть более сферично, не важно. Важно, что десятка имела специальное обозначение для себя. Такую вот дугу. И если нужно было написать, например, число 42, то писали очень просто. Две палочки. И 4. Заметьте, это очень разумная система. Она, между прочим, даже понятнее, чем та, которой мы с вами пользуемся сейчас. Потому что им приходилось учить меньше цифр, чем нам с вами. Однако, их система в чем-то была хуже нашей. Потому что они для каждого следующего разряда изобретали специальный символ. То есть для единиц палочки, для десятков такие нужны. У них был специальный знак для сотни. У них был специальный знак для тысячи, для десяти тысяч, для ста тысяч. Таким образом, египтяне не изобрели по-настоящему квалификационную систему. То есть они не додумались до такой замечательной идеи, что одна и та же цифра в разных позициях может означать разное. Вот обратите, пожалуйста, внимание. В той таблице, которая у нас только что была, которая уже полностью у нас сделана, единичка, которая стоит вот здесь, обозначает 3 единицы, потому что это строительная система. Единица, которая стоит здесь, да. А вот вы говорили, что другие знаки единицы, а какие они были? Ой, какие они были, я боюсь сейчас соврать. Потому что я знак для сотни помню, это что-то похожее на греческую букву «Ро». А остальные знаки я просто забыл. Вот когда я буду проводить занятия по египетской системе, я тогда выучу, возьму с собой книжку. Дело в том, что мне в реальной жизни это не нужно никогда. Понятно, да? Как тебе сказать? Это были там значки там, типа фараона для большого числа. Для другого числа было что-то вроде черепахи. Было что-то вроде цветка. Это абсолютно случайно, и это не имеет важного значения.
И то, что они взяли там палочку или цифры, могут выглядеть по-разному. Это не принципиально важно. А вот то, как с ними оперируют, это действительно важно. Ребята, моя же цель сейчас объяснить вам, в чем идея позиционной системы. Смысл такой в позиционной системе при переходе в следующий разряд происходит изменение в столько раз, каково основание этой самой системы числений. Так, я считаю, что мы уже должны быть готовы, чтобы некоторые вещи делать. Например, как записывается 13 в 16-ричной системе? Да. 12. Неверно. 12 в 16-ричной системе записывается как одна цифра. Дорогие мои, в десятичной системе 0, 1, 2, 3, 4, так до 9 цифры. В 16-ричной системе 0, 1, 2, 3, 9 и 10 – это тоже цифра. И 11 – это одна отдельная цифра. Между прочим, программистам довольно часто приходится иметь дело с 16-ричной системой. Например, кто из вас, кто работал в Photoshop, ну, Photoshop – платная программа, бывает довольно много бесплатных графических редакторов. Так вот, любой, кто имел дело с графическим редактором, с цветами в компьютере, кто делал интернет-странички, знает, что есть такой способ записи, называется RGB. Знаете? Слышали или нет? Способ описания цветов. Рассказываю. R – это первая буква английского слова Red. Red, конечно. Green, should be green. Зеленый. Зеленый. А red? Красный. Красный, молодцы. Догадайся, что такое B. Синий. Конечно, голубой. Да, голубой синий. Так вот, дорогие мои, любой цвет, например, в той камере, на которой сейчас проводится съемка, там же все записывается, компьютерный образ. При описании интернет-странички, какой цвет, каким цветом покрасить. Любой цвет должен быть как-то обозначен. Так вот, у компьютерщиков есть разные способы, вовсе не всегда используются именно RGB, есть разные способы описания цветов, но один из довольно популярных и стандартных способов – это именно этот самый RGB. А именно, объясняю, сколько, какую долю красного, какую долю какого? Зеленого. Какую долю синего дать. И вы можете встретить, когда будете смотреть, именно запись в 16-ричной системе. Например, такое. Цвет вполне может быть таким. ЕЕ. F6 FF. Вот интересно, догадаетесь вы, что это такое? Yellow. Нет, никакого yellow. Это две цифры, которые кодируют вот это. Это две цифры, которые кодируют это, а эти две цифры кодируют это. Давайте я расскажу вам все-таки смысл этих цифр. Это совсем не сложно. 0, 1, 2, 3, 4 – это все обычные цифры. В 16-ричной системе они тоже используются. А вот дальше внимание. Это обозначается как А. Это Б. Дальше догадайтесь. С. Д. А теперь, внимание, что такое цвет 0000000? Белый. И что такое цвет?
цвет FF. Догадайтесь, господа. Один – это абсолютно черный. Настолько черный, насколько умеет давать этот компьютер. Другой – это наоборот. Абсолютно белый. Настолько белый, насколько умеет давать этот компьютер. Все другие цвета промежуточные. Здесь можете ставить цифры. Значит, больше чем 15, 16 яичной системе цифры уже не бывает. Итак, что пишем сюда? Какую цифру пишем вместо 13? Что? 13 это что? Это D. Что такое 14? E. Что такое 15? F. Отлично. Что такое 16 в 16-яичной системе числения? Ой, не надо. Не надо действовать. Иначе, знаете, тут такая проблема. Наверное, вы знаете, когда же судебные процессы были по репрессированным, когда открывают документы, то у нашего государства есть совершенно замечательный аргумент, да? Почему нельзя публиковать документы о репрессиях? Потому что это, как там они говорят, оскорбляет чувства расстрелянных, убитых, замученных, да? Вот. Я думаю, что, конечно, при расстреле чувство государства наше оскорбило гораздо больше, но оно считает это ерунда. Вот. Поэтому давайте все-таки не будем. Я просто боюсь этих историй. Еще скажут, что личная информация, мой мозг почесал, а мы его засняли, оскорбили. У меня нет ни малейшего желания никого оскорблять. Давайте снимать доску. Все, кто выходит к доске, что называется, подписываются под то, что их снимают, а те, кто сидят, давайте не будем взять туда. Так, значит, итак, как 16 пишется в 16-яичной системе, да? Это 10. Разумеется. Это единица. Как 17? Это 1. Это 1-1. 1-2. 1-2. 1-3. 1-3. 1-4. 1-5. Неверно. Тут не подряд. Что такое 27? Как записывается обычное число 27? Что ты говори? 22-1. Неверно. 1-6 тоже неверно. 1-7. 1-8. Да? 10? Да? 7. Что-что? 7. 2-2. Неверно. 10-2. Тоже неверно. 1-8. 1-8 тоже неверно. 2-2. Тоже неверно. Да? 2-2. Что? 2-2. Его нет. F9. Его нет 16. И 9. Тоже неверно. Но близко к правде. Да? F. Понимаешь, что такое? F – это 15. А нам нужно написать число 27. Если у нас в разряде стоит цифра, то она же умножается на 16. Это вы предыдущее не поняли вообще. То есть, смотрите, когда я вам рассказывал про десятичную систему, это вы меня не слушали всерьез. Потому что, ну как же трепется там? Мы же это и так знаем без него. Тоже мне про десятичную систему рассказывают. Когда я вам говорю то же самое, про 16-яичную, вы не понимаете. Ну как же, он же 16-яичный, да где же нам это понять-то? Это внимание должно быть всегда. Надо вести себя не как тот молодой человек, который пришел сюда с кем-то сравняться, а надо думать отдельно. Мне не жалко еще раз повторить вам простую. Переход, не то. Переход в следующий разряд. Вот она. Древняя идея. Переход в следующий разряд. От десятков, было у нас 10 палочек. Записываем их
как единицу, одну единицу следующего разряда. Да. А7. Никакого А7. О, да. 1Б. Так, давай думать, что такое 1Б. Это 16 плюс 11. Это 16 плюс 11. Давай смотреть. Б это действительно 11. Значит, 16 плюс 11 это 27. Молодец. Дальше. 1С. Дальше. 1Д. Нет. Что такое 32? 2 и 0, конечно. Это 2 раза по 16. А вот теперь у нас с вами возникает действительно серьезная задача. Как записать число 1000 в 16-личной системе числений? Вы должны понимать, что мне эта задача сегодня очень важна. Потому что если я научусь делать эти две задачи, то, наверное, по образцу я сделаю и все остальное. Рассказываю. Чтобы записать 1000 в 16-личной системе, я должен понимать следующую вещь. Последний знак измеряет остаток отделения числа 1000 на число 16. А до этого у нас идут как бы 16. В общем, мысль простая. Так же, как мы с вами умеем считать десятками, сейчас надо уметь считать. Поздно. С тысячей у нас проблема. Боюсь, что у нас большая проблема с тысячей. Придется так. Число 13 в девятиричной системе. Это что такое? Как записывается 13 в системе числений по основанию 9? Когда переход в следующий разряд, это 9. Да? Конечно. Конечно, это 14. Как записывается число 13 в восьмеричной системе? Да, говори. 15. Совершенно верно. Совершенно верно. Это 8 плюс 5. А в четверичной? Сколько надо взять четверок? Да. 3 четверки. Неправда. А нет, правда. 3 четверки. И единица. Здорово. А в троичной? Да? 4 четверки и одна единичка. Маленькая проблема. У нас нет цифры 4. Да? И двоичная это будет записано. Причем есть двоичная? Троичная как? Как четверка записывается в троичной системе? Да? Получается 111. Получается 111. Потому что четверка в троичной системе она записывается вот так. Вспомнили? Четверка – это 3 плюс 1. Давайте я объясню, что это такое. Это 1. Вот это единица. Это единица второго разряда, значит 3. А вот это единица следующего разряда, это значит 9. 1 плюс 3 плюс 9 – это как раз и есть 13. Так, теперь в двоичной системе, как записывается 13, мы знаем. А нет, не знаем. Придется соображать. Да? Говори. 1, 1, 0, 1. Так, 1, 1, 0, 1. Давай подумаем. Единица, двойка, нет. Четверка и восьмерка. 1, 4 и 8. 13. Действительно 13. Так, отлично. А теперь давайте разбираться с числом 14. В системе числений по основанию 9. Как записывать? Говори. 1,5. Совершенно верно. В системе числений по основанию 8. Говори. 1,6. Отлично. А по основанию 4, да? 14. 3,2. Потому что 3 четверки
еще двойка. Да, хорошо. Как записывается 14 в системе счисления по основанию 3? Да? 1, 1, 2. 1, 1, 2. Молодец. Так, а в двоичной? 1, 1, 2. Не бывает там? 1, 0, 1, 2. Не бывает. Говори. 1, 1, 2, 3. 0, 3. Да. 1, 1, 1, 0. Правильно. 1, 1, 1 и 0. Вот так. 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 Еще раз. Переход в следующий разряд. В десятичной системе это умножение на 10, в девятиричной умножение на 9, в восьмиричной умножение на 8 и так далее. Так как 15 записать в девятиричной системе? Да, смотрите. 1 и 6. Давайте по одной цифре говорить. 1 и 6. Отлично. В восьмиричной системе? 1 и 7. 1 и 7. Молодцы. В четыричной? 3. 3 и 3. Тоже хорошо. В троичной? 1, 1, 3. Не бывает. 1, 2, 0. Молодцы. Потому что действительно прибавляется единица, но цифры 3 нет. Как только набрались 3 единицы, происходит переход в следующий разряд. Так, теперь здесь надо еще... 1, 1. Молодцы. Так, число 16 в девятиричной системе. 17. Не бывает в восьмиричной 2-0 бывает. Так, прибавили еще единичку. 4-0 не бывает. 1-0-0. Молодцы. Молодцы. 1-0-0. Так. Здесь. 1, 2, 1, конечно, потому что единичку прибавляем, это очень легко. Теперь надо здесь прибавить единицу. 1, 0, 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 0
Так, 17. Поехали.
В девятиличнице. Что? 9 надо. Молодец. Это 3 девятых. А значит, как это писать? 3 0, правильно? Или нет? 9. По-моему, 3 0. Это 3 девятых, ребят. Вы поймите, пожалуйста, 21 будет записываться как 2 3, 22 как 2 4, 23 как 2 5 и так далее. Вплоть до числа 27, который будет записываться в девятиличной системе, как 3 0. Хорошо. Как по восьмеркам разлагать число 27? Сколько восьмерок? Сколько? Три восьмерки, это правильно. Конечно, три, да. Как 27 разлагать по четверкам? На самом деле, 27, давайте я в сторонку напишу. 27 это 16. 63. Плюс 11, 63. Правильно? 16 это 4 на 4. 11 это 3, нет, 2 четверки. Это 2 четверки и 3. Значит, какое, как записывается число 27 в системе счисления по основанию 4? Внимание, если это 16, 2 четверки и 3, как это написать сюда? Говори. 8, 3. Что? Какие 8? 1, 1, 1. Неправда. 16, 2 четверки и 3. 1, 2, 3, конечно. Это 1, 2, 3. Так, 27 в троичной системе. Да? 2, 2, 3. Неверно. 27 в троичной системе. Говори. Говори. Не то. 2 на 4. Не то. Ребята, в троичной системе не бывает четвертой цифры такой. Да? Конечно. Единица, наверное, да. Господа, это же совсем просто. Вот это разряд единиц. Разряд троек. Разряд девяток. А вот это разряд, где число 27. А 27 это как раз оно и есть. Так, в двоичной системе. Как разложить число... Послушайте меня, пожалуйста. Как разложить число 27? Да, говори. Число 27 в двоичной системе. 1. Разряд 16. Это 16. Дальше. Разряд восьмерок. Дальше. Дальше. Разряд двоек. Понятно. Разряд... Четверки тебе не нужны, поэтому я сюда пишу ноль. Разряд двоек. Разряд двоек нужен. Разряд единиц. И разряд единиц тоже нужен. Итак, проверяем. 1 плюс 2 это 3. Четверок не надо. Плюс 8 – это 11, плюс 16 – 27. Правильно? Так, теперь как каждому из этих чисел надо прибавить единицу? 31, 3, 4, здесь и 3. 1, 2, 4 написать нельзя. 1, 3, 0. Молодцы. 1, 0, 0, 1 – легко. И 1, 1, 1, 0, 0. Так, теперь беремся за число 32. Как разложить 32 в девятиричной системе? Сколько надо взять девяток? 3. 3 девятки. Останется 5. Так, пишу. 5. Так, в восьмеричной системе. Сколько надо взять восьмерок? 4. Как это число? 4-0, молодцы, уже многие понимают, о чем разговор. Так, 32 в системе счисления по основанию 4. Так, какие бывают разряды в четверичной системе счисления? Бывают единицы, бывают разряд четверок, бывает разряд 16, разряд 16.
четырех и так далее. Как разложить число 32? Господа, поскольку надо взять? Да? Неправда. Какие 9? У нас здесь, еще раз, у нас здесь вот только 1, 4, 16. Поскольку надо брать? По 4 или по 16? По 5. По 16. Не можем брать по 5. У нас бывает, значит, 1, 4, по 16? По 16. По 16. Сколько раз надо взять 16, чтобы получилось 32? 2. 2. И как записывать 2? 2-0 это будет не 16, это будет всего лишь 8. 2-0-0. Это разряд единиц, разряд четверок, это разряд 16. 2 умножить на 16 это 32. Так, хорошо. 32 в троичной системе. В троичной системе бывают такие разряды. Единицы, тройки, девятки, 27, 81 и так дальше. Как записать число 32? Что надо взять? Да. 27, 3. 27 это надо взять, хорошо. 3. 3 и еще. А? И 2 раза. Как записывать? Нас спросят расписать число 32 по тройкам. То есть представить его при помощи вот таких штук. Говори. Не слышу ничего. По цифрам. Один. Так, давай смотреть. Значит, один, дальше ноль, один, два, да? То есть 27 плюс 3 плюс 2, так? 27 плюс 3 это 30. Плюс 2 это 32. Молодец. 1, 0, 1, 2. Отлично. 1, 0, 1, 2. Так, теперь расписать число 32 по степеням двойки. Вспоминаю, какие бывают степени двойки. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 и так далее. Как расписать? Давай. Сколько нулей? Получится 32. Здесь даже вот у нас надвинулось ради этого. Шуточка. Хорошо. Теперь самое главное. Как числа тысячи и 2012 записать в каждой из этих наших систем. Значит, ребята, давайте мы сейчас с вами, во-первых, будем помнить, конечно, это. Но давайте, я думаю, в любой момент сложно все восстановить. Давайте мы сделаем главное. Поймем, что сейчас меня интересует скорее не само число тысячи, а то, как в принципе происходит переход из одной системы счисления в другую. В данном случае переход из десятичной системы счисления, ну, по очереди. По очереди давайте начнем с двоичной. Давайте прямо сверху вниз пойдем. Как тысячу расписать в двоичной системе счисления? Я знаю, что несколько человек уже знают, кто был на том занятии. Но сейчас я хочу это рассказать для всех. Значит, господа, спокойно, медленно пойдем сейчас делать эту работу. Значит, итак, нам дали число 1000.
Я сначала расскажу это так, как, что называется, никакой науки не надо, а нужно просто понимание того, что такое система числения. Нам дальше сейчас. Мы соображаем, что разряды в двоичной системе числения, чем левее разряд, тем дороже он стоит. Больше мне не понадобится. По той простой причине, что следующий разряд стоит уже 1024, и поэтому он слишком большой. Разряды 1, 2, 4, 8, 16, 32 и так далее. Так вот, а как написать тысячу? Как представить число тысячу по этим слогам? Ответ очень простой. Да. Нет, мне нужна процедура. Вы поймите, мне это, если сейчас ответ скажет, мне это неинтересно. Мне важно, как это делать. Да. Можешь. Каким образом по этим слагаемым разлагать тысячу? Мы же делаем. Мы же в двоичной системе слагаем. Мы когда говорим. Один раз взять 512, это правильно. 512, а вот дальше внимание. Когда вычтешь из 1512, сколько останется? 10 минус 2 сколько? 8. Заняли вычту. 9 минус 1 сколько? 8. Здесь тоже занимали. 9 минус 5. 4. Значит, осталось 488. Что вы дальше возьмете? Молодец. 256. Давайте я здесь пишу. 488 минус 256. Так, интересно, сколько у меня будет. 8 минус 6 это 2. 8 минус 5 это 3. 4 минус 2. 232. Дальше я сколько должен взять? 128. Вы абсолютно правы. Пишу. 232 минус 128. 12 минус 8. 4, 0, да, 104. Дальше я сколько возьму? 64. Может, наизусть уже можно? 104 минус 64. 40. Возьму 32 и 8. Смотрите. Мы все сделали. Теперь осталось просто записать, как это значит. 512 берем, 256 берем, 128 берем, 64, 32 берем, 16 не берем, 8 берем, 4, 2 и 1 не берем. 5 единиц, 0, 1 единица и 3 нуля. Так, интересно, я сумею записать? 5 единиц, нолик. Ну, конечно, не принято писать с переносом числа, но ничего поделаешь. Единица и 3 нуля. Давайте вот так. В двоичной системе числений мы сумели записать число 1000. Теперь вопрос. Можно ли было аналогичным образом разобраться с числом 2012. Да, что именно надо было сделать? Надо было вспомнить, что есть еще следующий разряд, а именно 1024. И, так, давайте я здесь выделю, это у нас было для 1000. И аналогичным образом разбираться с числом 2012.
Так, я все-таки хочу, чтобы это кто-нибудь сделал за меня. Так, давайте. Быстрее. Значит, итак, сейчас, кстати, не самый быстрый способ. Можно двоичную систему немножко по-другому, и мы с вами сегодня обязательно это сделаем. Туда-сюда. Не надо снимать, надо доску снимать сегодня. Да, хорошо. Значит, итак, надо взять сначала 1024. Чтобы где-нибудь отдельно из числа 2012 надо вычесть. Нет. Отдельно внизу. Где хочешь, но внизу. 2012 без ошибки надо вычесть, не торопясь. 1024. Хорошо. 2012 минус 1024. Так. Молодец, молодец, дальше. Так, господа, у нее получилось 988, это правильно? Да. Правильно, замечательно. Теперь 988 больше, чем 512, поэтому 512 тоже пишем такой слагаемый. 512 пишем. И в стороночке из 988 вычитаем, не надо мелко писать, пишите так, чтобы всем было видно. Ничего стыдного, в числе 988 нет. Знаете, когда человек есть что стыдиться, к сожалению, обычно не стыдятся. А школьники начинают всего бояться, не понятно почему. Значит, итак, 6, да, 478. Значит, это больше, чем 256. Пиши плюс 256. Такой слагаемый нам тоже нужно. Так, и теперь из 400. Чтобы не нализало одно на другое. Знаете, Булгаковская москвичей испортил квартирный вопрос. Имея огромную доску, имея нормальные условия, человек все равно создает себе проблему. Страшно, ребята. Это действительно такая, как сказать, травма, что люди не привыкли иметь какое-то жизненное пространство. 478 минус 256. 120. Отлично. Значит, 64 тоже берем. 64. Да. Из 120 отнимаешь 64. Пиши, пиши. Еще немножко отступи. 120 минус 64. Что? Ой, а мы здесь не заметили. Действительно, простите меня, пожалуйста. Я здесь, я не посмотрел. Здесь же 220 написали. Секунду, ребят, вот. Обратите внимание. Нет, я не думал. Обратите, пожалуйста, внимание. Как легко создавать себе проблемы. Для этого достаточно не уметь писать цифры. Вот в каком классе учились? Пятый класс, да? Пятый класс. Пятый год обучения в школе. Простейшая вещь – не умение писать цифры. Она не понимает, что цифры – это не для мамы, не для папы. Цифры придуманы для того, чтобы они отличались от нас. Она пишет двойку так, чтобы получить учительницу пятерку. Она сомневается где-то в глубине души, сколько будет 4 минус 2, то ли 1, то ли 2. Не помнит точно. И поэтому на всякий случай пишет так, чтобы в результате сама себя сейчас обманула. Я посмотрел, я не считал за ней, мне казалось, что легко вычислить. Так, так ладно, 476. Семерка пишется так, что вот, пиши. Это совсем легко. То же самое. Двойка пишется так, чтобы ни на что другое не тратить. Замечательно. И значит, здесь мы вылезем правду. Здесь, конечно, здесь надо использовать не 64, а 128. Знаете, как легко допустить ошибку, если пытаешься обмануть. Обманываешь, конечно, в счете себя. 220 минус 128.
Да, 92, да? Хорошо. Поскольку теперь берем? По 64 пишу. Только не минус, а плюс. Плюс 64. Так, из числа 92 вычитаем 64. Недолго осталось это. Сейчас это закончится. 8 и 28, правда? 28. Так, поскольку берем? По 16 берем. Пиши, плюс 16. Осталось число 12. А 12 я наизусть. Это 8 плюс 4. Пишем, плюс 8 и плюс 4. Все, спасибо вам большое. Значит, смотрите, что у нас получилось. У нас получилось, что единицы не нужны, двойки не нужны, четверки нужны, восьмерки, 16 нужно, 32 не нужно, 64, 128, 256, 512, 1024. Число имеет вот такой вот задний. Сначала 5 единиц. Давайте пишу. Сначала 5 единиц, потом 1 нолик, 3 единицы и 2 нуля. Отлично. А вот теперь важное соображение. Вот, ребята, нет никакой необходимости каждый раз расписывать вот таким образом все степени двойки. Есть другой способ. Он на самом деле ничуть не хуже, а может быть даже быстрее того, который я вам рассказываю сейчас. Слышите меня, пожалуйста? Способ такой. Надо понять, что означает последний знак. Каков смысл последней цифры двоичной записи? Когда там стоит ноль, а когда там стоит единица? Давайте вернемся к той нашей табличке, которая уже была, и посмотрим. У нас тут довольно много двоичных записей. Вот здесь вот идут обычные десятичные числа, а здесь двоичные записи. И смотрим только на последнюю цифру. По какому очевидному закону эта самая последняя цифра изменяется? Да. Правильно. Смотри, за это занятие. В принципе, что двоичная и троичная система разные. Поняли? А? Замечательно. Мысль о том, что при переходе в следующий разряд в двоичной системе происходит возрастание ценности этого разряда в два раза. Эту мысль вы поняли? А тогда что вы не понимаете? Почему вы выключились? Вот очевидно, что у вас была какая-то большая проблема, из-за чего вы перестали слушать. Что вы перестали понимать? Не можете вспомнить, да? То есть степень непонимания такая, что даже спросить не можете. Плохо. Такое тоже бывает. Такое тоже бывает, когда человек даже не понимает, о чем спросить. Ладно, пытаюсь объяснить. То есть, дорогие мои, я сейчас число 1000 представлю в двоичной системе не так, как мы только что делали. Мы делали, начиная со старших разрядов, а наоборот, начиная с младших разрядов. Рассказываю, число 1000 четное. А у всех четных чисел есть одно свойство. У них последний разряд нулевой. Значит, когда я 1000 из десятичной системы буду переводить в двоичную, то я последним разрядом пишу 0. А вот дальше замечательная идея туда. Дальше у меня стоимость в два раза возрастает, поэтому я должен просто 1000 разделить на 2. Кстати, сколько будет? 500.
И вот здесь написать работу, ответ для 500. Отлично. 500 число четное или нечетное? Четное. Четное. Значит, я здесь пишу 0. 500 пополам? 250. Четное или нечетное? Четное. Пишу 0. А здесь число 125. Нечетное. Пишу 1. 125 минус 1. 124 пополам. 62. Я вот здесь вот должен написать число 62. Поймите, пожалуйста, 125 это 1 и 2 раза 62. Вот умножение на 2 это переход в следующий разряд, переход в более левую позицию. 62 четное или нет? Четное. Поэтому пишу 0, а здесь я должен написать 31. 31, кстати, у нас уже на... не написано. 31 не написано. Но оно нечетное. Оно нечетное. Поэтому я пишу 1. 31 минус 1? 30. 30. 30 пополам? 15. 15. А вот 15 у нас точно написано. 15 в двоичной системе это забор из 4 единиц. Значит, я сюда пишу 4 единицы. И получаю ответ. 5 единиц, 0, единица и 3 нолика. Вспоминаю. 5 единиц, 0, единица и 3 нолика. У нас совпало. Давайте точно так же сделаем с числом 2012. Значит, смотрите, из десятичной системы его надо перевести в двоичную. 2012 четное? Да. Да. 2012 пополам. 1006. 1006 четное? Да. 1006 пополам. 503. 503 четное? Нет. Нет, пишу единицу. 503 минус 1. 502. 502 пополам. 251. 251 нечетное? Нет. Нечетное. Нечетное. Пишу единицу. 250 пополам. 125. Между прочим, 125 у нас сегодня уже было, это вот это. Поэтому просто переписываю. 5 единичек, 0 и 1. Господа, сравните. 5 единиц, 0, 3 единицы, 2 нуля. Иду сюда, 5 единиц, 0, 3 единицы, 2 нуля. Совпало. Значит, есть вот этот замечательный способ. Называется деление с остатком. Если вы хотите число 1000 записать в троичной системе, то его надо делить на тройку. Кстати, интересно, какой остаток даст 1000 при делении на 3? Один. Так давайте же это сделаем. 1000 из десятичной переведем в троичную. Остаток 1. 1000 минус 1. 999 делить на 3. 333. Значит, вот здесь вот надо написать размножение числа. 333. 333 делится на 3? Да. Да. Поэтому последняя цифра будет 0. Так, не бойтесь, мы сейчас все это проверим. Последняя цифра 0. 333 делить на 3. Сколько? 111. 111 на 3 делится? Нет. А если подумать? Да. Какое частное? 111. 111. Вы что, не умеете делить? 111 делить на 3. 37. 37, конечно. Значит, мы здесь пишем 0, а вот здесь надо написать число 37. 37 при делении на 3, какой дает остаток? 1. Господа, не надо сейчас ждать, когда я за вас сделаю. Буду брать все игрушки и смотреть. Вам кажется, что вы такие умные, что вы вряд ли считаете, а на самом деле считать надо устно. Так, 37. Вы только мешаете сейчас.
1, так, 36 делить на 3. 12. 12. А 12 мы умеем. 12 в троичной системе это что? 110. Это 110. Так, давайте я еще. Было 1. Здесь число 333. Здесь 111. Здесь 37. 1. Осталось написать число 12. Да, все правильно. Как мне проконтролировать то, что это правда? А очень просто. Надо вспомнить, какие бывают числа в троичной системе. Так, 81, 240. Это стоимость разряда. 729. Теперь давайте сообразим. Значит, у нас как? У нас 1, 0, 0, 1, 0 и тут 2 единички. Значит, какие из этих разрядов надо брать, какие не надо брать? Надо брать 729, надо брать 243, надо взять 27 и надо взять единицу. Давайте складывать. 9, опа. Вот это, да? 9 плюс 1. 9. Ну да, да, да. Двойка принеслась. Да. Отлично. 2 плюс 2, 4. 10. Точно, 0. Единица перенесла. Да, 10. 1000. 1000. Действительно, все совпало. Значит, вот этот ответ 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Я пишу сюда. 1, 1. Так, работаю. Дальше что там? 0,1. 0,01. Это троичная запись числа 1000. Ну, назвался грузным, полезая в кузов. Я должен сейчас сделать то же самое с числом 2012. Надеюсь, что вы будете как-то мне помогать. Главное это калькулятор, ребята. Я хочу, чтобы учились считать русло. Значит, поехали. В троичной системе 2012 делим с остатком на 3. Какой получается частное, какой получается остаток? Да. Я уже определил уголком. 2012 делить на 3. Сначала по 6 берем. 18, 21, это будет 7. 21, это будет 2. Так, это будет 672 в остатке. Правильно? Правильно. Значит, я пишу цифру 2. И теперь должен решить задачу для числа 670. Обратите внимание. Число, с которым мы имеем дело, резко уменьшилось. Раньше это были 2000 с небольшим, а теперь это 670. Это гораздо легче. Сейчас я делаю то же самое. 670. Я делю с остатком на 3. Получается 2. Сейчас узнаем. Опять 2. 10. По 3. Вот. 1 в остатке и 223. Остаток это очередная цифра. А 223, запишите, например, сидите, что же так, да? Когда вам объясняют, вам понятно, вы теряете часть опыта, потому что как же, мне понятно. Когда непонятно, вы тоже его теряете, мне же непонятно, понимаете? Очень плохо, ребята. 223 надо записать по основанию 3. Для этого надо опять делить уголком. Здесь, конечно, можно было бы уже и устно. Ну ладно. Так, будет 74 и в остатке 1. Так, 74. Опять делим на
74 делить на 2, 14, это будет 4, 12, это будет 2. 2. Так, осталось число 24. То здесь уже можно устно. 24, конечно, на 3 делится, поэтому 0. 8 в троичной системе. Это на самом деле легко. Вот у меня 8, вот троичная система. Пишется как 2 и 2. Пишем ответ. 2, 2, 0, 2. 1, 1, 2. Поехали. 2, 2, 0, 2. 1, 1, 2. Хорошо. Ой, не туда. Не в ту, не в ту. Совсем не туда написал. Извините. Извините, пожалуйста. 2, 2, 0, 2. 1, 1, 2. Сюда. Я был бы очень рад, если бы вы сейчас сообразили, какой ответ писать здесь и здесь, не проводя вычисления. Мне, конечно, не жалко и посчитать, но было бы очень хорошо, если бы вы догадались сразу. И точно так же, если бы вы про 16-единичную систему, тоже бы догадались, как написать ответ без того, чтобы проводить, собственно, сами эти вычисления. Но пока вы думаете на эту тему, давайте я все-таки проверю вот это. Потому что для числа 1000 мы проверили, а для 2012 я еще не сделаю. Так, подписываю разряд. 2, 1, 1, 2. Я веду справа налево. Потом 0 и 2 двойки. Значит, давайте смотреть, какие числа. Значит, нужно взять 2 единички. Нужно взять 2 тройки. 1 девятку. Два раза взять 27, это будет 54. Надо взять два раза 243, это будет, господа, 486. И надо взять два раза 729, это будет 1458. А у меня вопрос. Да. Утро тут два раза. Потому что ничего не будет. Что, что? Опа, здесь один. Да, это я ошибся. Спасибо. Хорошо, что вы меня поймали, потому что я бы сейчас стал. Молодец, спасибо. Это я так. Непонятно, о чем додумался. Большое спасибо. Да. Здесь девятка, да, действительно. Здесь же 1, 1, 2. Да. Хорошо. Давайте все-таки складываем. 2 плюс 3. 5. 5 плюс 9. 14 плюс 4. 17 плюс 6. 24 плюс 8. 32. 32. Здесь будет 2. 3 и 5. 8. 16. 16 и 5. 21. Здесь будет 1. 2, 4, 4. Даст нам 0. И перенесется, даст 2. Отлично. Получилось число 2000. 12. Правильно. Так, пока я это рассказывал, никто не придумал, как написать ответ вот здесь, 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 сразу. Между прочим, для этого могли посмотреть вот сюда. Могли догадаться. Потому что в предыдущих случаях эта система же есть. Поэтому, если вы рассмотрите предыдущую табличку... В четвертой системе 1000 будет 2200. Нет, вы можете объяснить связь или нет? Как научить нас быстро переводить из двоичной системы?
системы. В систему по основанию 4. Или в систему по основанию 16. Не то. Вот сравните записи. Здесь запись двоичная, вот она, идет строчка. А здесь запись по основанию 4. Можете ли вы быстро перевести, зная эту строчку, получить эту? Или наоборот, зная эту, получить эту? Я могу. Сравните эти две строки. Так, смотрите, вот сюда и сюда. Как перевести число из системы счисления по основанию 2? Мы же там все сделали. Мы длинно, но сделали. В систему по основанию 4. Проблема. Ведь когда я скажу, вы скажете, что мы это и так сами знали. Пока я это не говорю, никто не говорит, молчит. Сравните запись. Я вам советовал просто взять и составить отдельную табличку, где будут только двоичные и четверичные. Только просто число под ним запись. Двоичная и по основанию 4. И смотреть на эти числа до тех пор, пока не догадаетесь. Подсказка. Дважды два — 4. А что это? Важно, потому что большинство из вас это сейчас не понимает. Смотри. Только вот не так смотри, как ты смотришь. Не с выражением человека, который никогда не догадается. А смотреть, чтобы действительно найти закономерность, догадаться. Да? Громко. Не понимаю. Как из одной записи получить другую? Вопрос сейчас стоит вот так. Как быстро из вот этой последовательности цифр получить эту? Я уверяю вас, что это очень простой, быстрый процесс. Как отсюда быстро получить эту? Как отсюда получить эту? Что понял? Да? Надо умножить на 2. Глупости. Что умножить-то? Нужно из одной строчки единицы нулей получить строчку, в которой цифры это 0, 1, 2 и 3. Вот у нас есть строчка 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Как, что из нее получится? Если вы поняли, то вы без ошибки мне скажете здесь, какой будет ответ. Двоичная запись для числа 1000 у нас есть. Двоичная запись для числа 2012 у нас тоже есть, но даже доски здесь остались. Вопрос, как быстро из опять записи перейти к записям по основанию 4? Это вы не знаете? Спасибо. Знаешь или нет? Отлично, да. То есть вы сейчас хотите, чтобы мы с вами ровно так же, как делали там с предложением двоичным или троичным, выполнили бы последовательный процесс деления с остатком 1000 на 4, да? Ну, в конце концов, действительно, когда, ребята, не пялятся же на доску просто так. Давайте хотя бы ответ получим. Все. Сказано, сделано. Сказано, сделано. Дело в том, что это легко. 1000 разделить на 4, я могу даже что? В уме. 1000 и десятичная система счисления переводится так. 250. Надо вот здесь, значит, нолик написать. Числом 250. 250 делить на 4, это сколько? 250. Да. 60 и остаток 10. Остаток 10 при делении на 4 не бывает.
10 вы еще не доделили. Там 2. Правильно. 62 и 2 в остатке. Остаток я пишу сюда. Осталось разобраться с числом 62. 62 я делю на 4. Какой получается остаток? 2. 2. А частное получается 15. 15 делю на 4. Остаток получается 3, частное получается 3. Все, все получилось. 3, 3, 2, 2, 0. Если вы и теперь не сообразите. 3, 3, 2, 2, 0. Как легко получить 3, 3, 2, 2, 0 из вот этой вот последовательности единиц и нулей? О, ужас. Да что же за указание-то? Дважды два, четыре. Там, где
Вы знаете? Да? Дело в том, что вы говорите почти правду, но только надо по делу. Что-что? А вот смотрите, там 1.31, например, и 1.101. Смотрите, у нас синие черные числа. Да. И 1.101 тоже не черный. И что? Вот, ну вы их выгоняли, потому что если перед одним, перед единицей... Все проще, 100 раз проще, да? Ну да. Ну, мы эту запись что делаем? Умножаем на 2. Что такое запись умножить на 2? Запись — это текст, составленный из нулей и единичек. Нельзя текст умножить на 2. Текст можно приписать сам к себе. Правда, он от этого станет в 2 раза длиннее. А вам нужна какая-то операция, которая... Вы сегодня бьете рекорд трудоемкости. Вы просто бьете рекорды. То есть, когда я вам, мне казалось, что я переборщил с этой таблицей, что разобрал слишком много примеров, мне казалось, что вы в один голос закричите, а очевидно, как получить из вот этих чисел эти и наоборот, из этих, этих. Не уши. Здесь длина более или менее в 2 раза длиннее, чем это. На какую мысль это вас должно наводить? А? Выйди, объясни. Быстрее. Очень хорошо, что не уверен. Очень хорошо, что не уверен. Когда он будет уверен, уже с ним будет поздно спорить. Стоит один. Да. Один стоит 0,1 окончание. Да, а? Дальше. Да. Один стоит 0, то окончание будет 1 дальше. Здесь у нас 1,1. Да. И здесь стоит 3, здесь стоит 1, и так далее. Наконец-то. Поздравляю. Наконец-то здравый голос прозвучал. Смотрите, что Вася говорит. Что действительно, смотришь сюда, здесь 1, здесь 0, 1, 2, здесь 1, 3, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Это же так. Идешь в эту запись, ответили, отщелкивали с конца. Давайте я покажу. 0-0, 1-0, 1-0, 1-1, 1-1. Пожалуйста, все аккуратно, ровно так сделайте. Напишите, все, спасибо, все, конечно, все. Напишите двоичную запись числа и пройдите. 0-0 это на самом деле 0, как цифра в системе 6-4. 1-0 это на самом деле двойка. 1-0 это двойка. 1-1 это тройка. И здесь 1-1 это тоже тройка. Получается 3-3-2-2-0. Смотрим сюда. 3-3-2-2-0. Ровно то, что нам нужно. Разложение в системе числения по основанию 4. Значит, господа, дальше. Здесь вот у нас 2012 я сделал или нет? 4. Я попленился, да? Пленился. Так давайте сейчас сделаем. Как записать 2012 из десятичной перевести в четырехчетный? Так. Делю на 4. Получаю 503. Согласны? Да. 503. Так, 503, это значит, я должен так написать тройку, а дальше 500 разделить на 4. 500 разделить на 4 – это 125. 125 – это что? Как записывается число 125? Это в системе числения по основанию 4. Так, 125 делить на 4, остаток будет 1. 124 делить на 4 – это будет 31. Замечательно. 31 при делении на 4 дает остаток 3. Написалось написать 7 в системе по основанию 4. А это 1 и 3. Так, если я прав, получилось 1, 3, 3, 1, 3, 0. Да, давайте посмотрим. На самом деле
Давайте посмотрим. 1, 3, 3. Что-то дальше? 1, 3, 0, да? Так, давайте идем здесь. Нули. Тройка. Единица. Тройка, тройка и единица. Победа. Господа, правило очень простое. Чтобы перевести число, записанное в двоичной системе счисления, в систему счисления по основанию 4, надо идти по две цифры с конца. Вот так вот. Когда видишь 0,0, писать 0, пишешь 0,1, писать 1, видишь 1,0, писать, соответственно, 2, видишь 1,1, писать 3. То есть в данном случае будет 2,1. Если вот здесь вот, то будет 3,0. Здесь правда 3,0. Давайте еще где-нибудь проверим. Например, здесь 1,1,1,1 будет 3,3. Здесь вот так вот. Это будет 1,0,1. Так и будет. Правило очень простое. Ну а теперь догадайтесь, пожалуйста. Если переводишь не из двоичных, из двоичной не в четверичную, а в систему счисления по основанию 8. 8 – это дважды, дважды, два. Что нужно сразу сделать? Поскольку надо разрядов отщелкивать? Господа, поскольку? По 3. По 3, конечно. Поэтому, если вам дали вот такое вот число, давайте аккуратно запишу. Значит, дали нам с вами вот такую, такую штуку. 5 единичек, 0, 3 единицы, 0, 0. В двоичной системе 2012. Как ее перевести в восьмеричную? Вот так вот. Это будет тройка. Это семерка. Это у нас будет тройка. И это будет четверка. 3, 7, 3, 4. Я настаиваю на том, что тот из вас, кто хочет понять, о чем сегодня мы говорили, не поленится дома проверить, перевести вот это число из восьмеричной системы счисления и проверить, что действительно получилось 2012. Точно так же, если нам с вами дали число 1000, где у нас... Сейчас, или это было... Нет, 1000. Это 5 единиц, 0, 1, пишу. Это 5 единиц, 0, 1, и дальше 3 нуля. Как писать его в восьмеричной системе? А вот так. Это единица, семерка, пятерка и нолик. 1, 7, 5, 0. Вот он ответ. 1, 7, 5, 0. Опять-таки, сейчас уже времени нет, проверьте, сами запишите сейчас и проверьте. Так, осталось чуть-чуть в систему счисления по основанию 16. Когда? Надо делать очень простую вещь. Хотите в четверичной системе по два разряда объединяйте. Хотите в двоичной системе объединяйте по четыре разряда. Давайте, поскольку четверичный быстрее, давайте я сделаю так. Объединяю по два разряда. Что это у меня будет такое? Тройка так и останется. Сюда. Тройка так и останется. Так, что такое 32? В обычных числах это значит 3 четверки и двойка. 3 четверки это 12. 12 плюс 2 это что? Это 14. Никто не помнит, как у нас обозначалось 14. Какой буквы? Yes. Е это было у нас 14, там Д 15, совершенно верно. Значит, пишем 3Е. Так, теперь 2 четверки это 8. 3Е 8. Отлично. Теперь здесь по два разряда прохожу. Так, 1, 3 это у нас просто 7. 3, 1 это 12 плюс 1 это 13. Что такое 13? Д. Д, да? Д. Так, и 3, 0 – это 12. Это что? Говори. Это С. Это С.
7ДЦ. Последнее, перед тем, как мы отдаемся. Как переводить из троичной системы в систему по основанию темы? Господа, я уже уши прошужал тем, что 2×2 = 4. Но, если немножко подумать, то вы вспомните, что 3×3 это сколько? 9. Поэтому есть простая замечательная связь между троичной системой и системой по основанию 9. Давайте посмотрим, как это очень легко делается. Вот так это делается. И здесь это вот так делается. Значит, смотрите, это единичка. Так, 1, 0 – это 3. 1, 0 – это 3. 0, 1 – это 1. Вот так в дифтеричной системе это записывается. И здесь у нас двойка. Так, 2, 0 – это 6. 2, 1 – это 7. И 1, 2 – это 5. Пишу. 1, 3, 3, 1. Сюда. 1, 3, 3, 1. Писал. И пишу 2, 6, 7, 5. 2, 6, 7, 5. Все?